куда уходят деньги из дорожного фонда, еще утром сегодня пояснил новый министр строительства и жилищно-коммунального комплекса. Максим Михайленко сказал, что правительство выделяет на него 5 миллиардов 200 миллионов рублей. И затем зачитал, на что пойдут эти средства. Это 2,8 миллиарда на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них. Следующая по объему цифра — это 1 миллиард 147 миллионов рублей. Это субсидии местным бюджетам. Далее 482 миллиона рублей — это строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений. Приобретение дорожной техники — это 239 миллионов рублей. И так, налоги, в том числе обеспечение деятельности казенного управления, управления дорожного хозяйства. Это было первое публичное выступление 33-летнего министра, представителя КПРФ, которого по конкурсу выбрал губернатор. Омск получит из всех этих средств около 1 миллиарда, в том числе 640 миллионов будет потрачено на дорожный ремонт, а остальное на строительство развязки на улице 15-я рабочая.